В среду губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Первым вопросом было рассмотрение реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Тему продолжит наш корреспондент. В настоящее время свою деятельность в регионе ведут более 99 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. В них трудится свыше 212 тысяч жителей Верхней Волжи. Только в текущем году создано почти 6 тысяч новых фирм. Более 53 тысяч предприятий этого сектора – самозанятые граждане. Данная категория показала наибольший рост – в 9,5 раз по сравнению с 2020 годом. Эксперты, участвовавшие в заседании областного правительства, отмечают, что Верхней Волжье показывает хорошие результаты. Тверской регион ворвался в десятку регионов, которые поддерживают, участвуют в нацпроекте по результативности. И знаете как, статистика дело такое, бумажное. А мы, предприниматели, видим это на деле. К примеру, региональный фонд содействия предпринимательству предоставляет льготные займы по программе «Самозанятость». Малым и средним компаниям Тверской области сегодня доступны кредитование по низким ставкам, гарантии по займам, субсидии по налогам, а также многие другие льготы. Кроме того, малый и средний бизнес может вносить свою лепту в решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Это освоение новых технологий. Малое предпринимательство, конечно, может сыграть очень хорошую решающую роль именно в развитии научных разработок, именно в НИОКРах. Поэтому сегодня мы говорим о том, что проект разработок, именно созданных малым предпринимательством, является одной из важных задач. Растет их инвестиционная активность, усиливается роль бизнеса в обеспечении технологического суверенитета и в структурной перестройке экономики. Прежде всего, в обрабатывающем секторе, IT-сфере и туризме. Кроме того, в эту работу включаются и вузы. Губернатор обещал им поддержку в продвижении своих разработок. Сейчас ситуация такова, что студенты разрабатывают эту идею до прототипа. Проекты есть, больше 200 студентов задействованы каждые полгода. Но дальше хотелось бы большего внимания со стороны региональных органов власти. И, наверное, с поддержкой их услышат лучше. В целом, с 2020 года оборот компаний малого и среднего бизнеса в Тверской области вырос на 40% до 470 миллиардов 400 миллионов рублей. Для совершенствования работы предприятий данного сектора Минэкономразвития Верхней Волжи ведет работу по активизации муниципальной системы поддержки бизнеса, формированию промышленных парков и решению других задач.